А да, красавица. Да. Так я не про тебя говорила вообще-то. Ты тоже красавчик. Да. Кто красавчик? Ой, мамин ребеночек. Лялька. Лялька. Лялечка. Кто лялечка? Нурочка лялечка. Что, что? Нет, не надо на меня лезть. Так, что такое-то мы переползли сюда, что ли? Здравствуйте. Да здравствуйте. Не надо. Хватит. Красотка, шея твоя, так это просто сказка. Слезай с меня, Жень, не борзей. Слезай. Доброе утро. Что, что? Всех с наступающим старым Новым годом. Ням-ням-ням. Заказали роллы. И нам пиццу в подарок. Дали. Ее дают, если заказываешь, на 1200. Она еще горячая, офигеть. Маргарита. Офигеть, она горячая. Ну зачем ты так-то, Тим? Она теплая. Вот коробку трогаешь, она теплая. Зачем ты ее ляпаешь-то, дети? Вот. Так что мы приступаем. В общем, всем приятного аппетита. Всех с наступающим старым Новым годом. Ну что, у нас снега навалило? Мы пошли чистить. А я топорик. А Ксюша тут уже начистила. Не надо так делать, бетон разобьешь. Вот. Молодец. Почистила тут все. А я сейчас буду с другой стороны чистить. Не знаю, видно будет. Нет? Мам, Самурай, можно туда? Нет. Нет, Самурай, слышь. Уйди отсюда. Вот это классно. Иди сюда. Молодец. Давай, нет, это иди почищу. Молодец. Я задолбила, это же надо все убирать. Ну так я убираю. Я надеюсь, ты бетон. Ты сюда не пойдешь мурить. Иди туда, Мурик. Я прям тут, мама, знаешь, это тут от забора немножко кусочек дерева откололся. Мама, дерево-то не то. О, Мурай! Я нет. А я, видимо, когда закрывал, ой, открывала. Ты не бей, говорю, хватит, Ксюш, бетон разобьешь. Я если начала, мне надо закончить. Да не надо его. Идем в половину. Что она тут делает, интересно? Она еще с лета тут. Скажите мне, пожалуйста. Она еще с лета тут. Замечательно. Или с осени. Да. А вот это надо будет. Она же вроде бы разноцветная. Почему она красная? Она на солнце так. Порозовела. Ага. Надо здесь завалить. Тепло было. Опа. Один раз от льда ступеньки чистили топориком. И зачем ты шторку засыпала? Мы топориком лед чистили. Поэтому я сейчас им чищу.
лапе, да. На, Мурик. На. На, Самурай. Мурик. Самурай. Мурик. На, 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 на. Опор. Опор. Иди. О, так стол. Да, мама. Ой, тут листики. Ой. И тот кусок отпал. Вот зачем ты себя не снимаешь? Зачем ты только отнимаешь кучу снега? А? Зачем? Почему ты только кучу снега снимаешь? В смысле кучу? Я здесь дорожку сейчас делаю. Нет, ну видно только кучу снега. Мама. Мама. Да что? Видно только кучу снега. Где туда говорю? Не надо там до бетона чистить все. Ты не понимаешь, что ли? Я ж тихонько. Ты хоть отделаешь ненужную работу. Не спышь, не спышаешь. Возьми вот так вот за забором и чипишься хорошо. Нет. Я не смогу там почистить. Там слишком много снега. Чё ты не отколупываешься там? А? Ты снег не отколуп... О, всё. Отколупился. Похоже немножко. Мама, или на какую-то страну смотри. Мама. За что? Смотри. Какая-то страна. Ага. Мурик, на. А зачем ты там дорожку делаешь? Мама, мне точно нельзя будет сегодня погулять? Тут нет время уже. Ну почему? Ну сейчас уж темно скоро будет. И что? Так-то сейчас уже где-то в 5:30 темнеет. Что, я же в парке буду. Потом до лицея оттуда дойду и все. Сейчас уже. Опа. Только снег.
тут пусто стало. Давай ты туда не пойдешь. Мама, а? Дай я вот этот снег уберу. Мама, ты хочешь сказать, чтобы я взяла вот эту лопату? Я ничего не слышу, приди сюда, не Все.
руки устали. Не привычки-то. Ну, в общем, еще с этой стороны осталось домик завалить. Тропинки тут почистить некоторые. Ну, я бы не сказала, что снега много-то у нас. Не так уж его и много. Вот. Так что вот как-то так вот. Девочка с топориком пошла домой. Устала, бедолага, да? Ну иди кушай давай там. Она мне лопату принесла, сейчас я буду чистить дальше. Вот, не знаю, куда поставить телефон. Сейчас попробую на дрова его поставить. Если получится. Вот. В общем-то, получилось. Ну, наверное, не все будет видно. Да ладно. А где Мури? Самурай? Раз, два, три. Топор. Это надо было в сугробе угнать-то. Да. Давай. Вот я. Забегу. Ну-ка, Мурик, неси. Самурай, неси. Ой, самурай, ой! Ой! Давай, иди ко мне! Давай, иди ко мне! Не то снимаю. Вообще не то. Вот так вот. Стоять. Что-то я уже подустала. Он хоть и легкий, но его много. Зараза. Очень много. Очень много. Вот. Кто-то печку топит, баню. Да? Смотри. Кто-то баньку топит. Пойду еще около дома почищу. Наверное, снимать пока не буду. А то батарея садится. Но соседи через дом баню топят. Дымом-то вкусно пахнет. Ну вот у нас почистил тут трактор. И вот такой горд остался. Сейчас я его почищу. Там тоже почистила Ксюша. Вот. И, наверное, машину тоже почищу, бедолага. Замело ее всю. Вот так вот. Такие делишки. Уф, такой прекрасный у нас. Не скажу, что закат, время-то еще. Что-то даже не знаю, сколько, 3 или 4 часа. А солнце уже садится. Машину откопала. Вот. Но не всю. Устала, сил нет, вся вспотела, от меня пар идет, куртку расстегнула. Вот, но здесь все зачистила.
Вот все чистенько, гладенько. Вот. А сюда уже сейчас, наверное, Тимофея отправлю, чтоб он чистил. Да, зайчик? А то пришел парень домой и не это. И не выходит помогать. Ты видел, что я чищу? Так что все, пошла я домой. Выпью чаю и отдохну чуток.